В Железногорске обсудили меры господдержки для развития малого и среднего бизнеса в рамках программы «Моногородов». За круглым столом местные предприниматели встретились с представителями российских институтов развития и фондов поддержки. Это больше семинар для бизнес-сообщества, которое находится у нас в Железногорске, для того, чтобы понимать, какие меры поддержки они могут использовать в своей производственной деятельности, в своем развитии. Отметим, что ЗАТО «Железногорск» является не только закрытым территориальным образованием, но и имеет статус моногорода.